Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео у нас только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу, где я абсолютно без вложений. На просмотре сайтов зарабатываю денежку. Лайткоин АДС. Давно я не писала видео по этому боксу. Здесь, друзья, произошли изменения. Вот. После изменений я немного его забросила, так как мы зарабатывали, когда просматривали рекламку Litecoin. Все мы знаем, что биткоин пошел вверх и потянул за собой всю криптовалюту. Litecoin поднялся. Им невыгодна дорогая там комиссия. Информация была вся на сайте. И они переделали сайт теперь в долларах. Все то же самое. Я как бы забросила, расстроилась. Потом начала разбираться. Так что букс работает, платит. Я 8 числа ставила на вывод. И мне вчера денежка пришла, монета. Значит, минимальный вывод. Как я уже сказала, зарабатываем мы в USD. Но можно выводить в криптовалюте и в долларах. Минимальный вывод, если мы будем на Pair выводить от 2 долларов, а в криптовалюте на FalseTP, естественно, дешевле. Там, по-моему, от 30 центов. Но не забываем в настройках прописать на платежные реквизиты Pair и биткоин адрес, привязанный к FalseTP. В лайткоинах не выводите. Они выводят в биткоинах. Значит, давайте я вам покажу вывод. Так, история вывода. Вот здесь, смотрите, Pair минимум 2 доллара. Максимум 15. И на FalseTP в криптовалюте минимум 30 центов. Вот, максимум 15 долларов. Ну, с учетом комиссии и все такое. Значит, история. 8.04. 1 доллар 47 центов на FalseTP. Готовые. Я выводила. Они мне заплатили в биткоинах. В лайткоинах сильно большая комиссия. Значит, вот Litecoin ADS 2517 биткоин сатошиков мне пришло 9 апреля. Все замечательно. Думаю, сколько же это... Ну, они комиссию берут 2%, да? И я посмотрела здесь. Доллар 47 USD равно 2000 биткоин. Ну, вот как-то так. Значит, ну, нормально заплатили, я считаю. Также здесь я хоть и не работала, какое-то время забросила, потом я уже как бы вернулась, да, уже это всю сумму заработала. Я его не удаляла, так как это рекламная платформа, здесь очень дешевая реклама. Значит, рекламировать баннерная реклама сутки, будет работать сутки, стоит 20 центов, а ПТС там 80 или 85 центов. Как-то так. Так как здесь, посмотрите, если я не работала, это не значит, что все не работали. Здесь на главной страничке сколько здесь участников. Конечно, я его... 358 646 пользователей. И онлайн только более 1000 человек. Вот. И здесь народ со всего мира. Естественно, я... Даже если бы я не работала, я бы его не удаляла, так как это рекламная платформа. И я здесь постоянно даю рекламу. И когда баннерную, когда ПТС. Вот. Ну, как рекламку пока запускать, вы знаете. Но факт в том, я еще сегодня не работала. Зашла, вот проверила вывод. Но тем не менее, у меня уже на балансе 5 центов. Так, ну и апгрейд, естественно. Куда уж без апгрейда. Здесь тоже очень дешевый апгрейд.
Я всегда делаю здесь 50 центов на 30 дней. Вот. Вспоминаем, заходим, работаем, кому интересно. Ну, мне интересно, проходим мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.